двигался на зеленый сигнал светофора по направлению к магазину караоке. Девушка решила проскочить, и все. Ну, начал мигать зеленый, не знаю, что-то ей загородило. Ну, это, я, честно говоря, даже не спрашивал, о чем проблема. Потому что она в шоке. Ехала на заворот, передо мной начала машина разворачиваться, задний зеркало посмотрел, что машины стоят. Начала заворот, и у меня скорость, у меня буквально дуру скорость. Понятно, но у вас никто не пострадали физически, ничего, все нормально? А? Кто виноват вообще?